А сейчас я хочу поговорить о не очень приятной стороне Грузии, это о ценах. Надо сказать, что цены там за последнее время сильно выросли. Ну, почему? Потому что рубль упал. Как мы будем считать цены? Дело в том, что в Грузию деньги переводятся проще всего и обычно через золотую корону. И комиссия там стандартная, 99 рублей за перевод, поэтому надо переводить максимальную сумму. Я перевожу обычно 2500 лари. И к оплате, там есть вариант расчета, в январе, сейчас, 10 мая я перевод делал, там было что-то 73 тысячи рублей, что ли, вот так. На сегодня 17 июня курс 82 тысячи 30 рублей за 2500 лари. Делим 80, с учетом комиссии, понимаете, да, 82 тысячи 30 рублей делим на 2500, получаем 32 рубля 80 копеек за 1 лари. Вот, исходя из этого курса, и будем смотреть цены в Грузии. Наверное, самая большая боль для автомобилистов – это, конечно же, топливо. Оно стоит ужасно дорого. Здесь не очень хорошо видно, но, в общем, ориентируйтесь на то, что 95-й бензин будет стоить вот 81 рубль. Ну, а я езжу на дизеле. Дизельное топливо – 101 рубль, ну, в районе 100 рублей за 1 литр. Вот и подумайте, сколько стоит топливо. И именно поэтому в Грузии сейчас очень-очень много автомобилей гибридных с электрическим приводом, с двойным, ну, с гибридом. Очень много там приусов, Toyota Prius, потому что у них расход бензина очень низкий, естественно, потому что там, ну, они очень экономичные. Вот посмотрите, 3,09 дизель стоит. 3 умножаем на 32, напоминаю, получается, ну, 100 рублей. Это сыр. Бананы 3,95. Бананы. Ну, как у нас. Бананы примерно стоят, сколько и у нас. Фрукты, в общем, насколько я понял, стоят примерно так же, как у нас. Овощи там дешевле. Очень качественные, надо сказать. 2,25 помидоры. Вы будете со мной салат есть? Перец. 5,99 и 3,95. Баклажаны 2,45. Да? Картошка 0,89. Лук 2,25. Странно. Молочка очень-очень дорогая. Очень дорогая. Вот мы видим сыры всякие и так далее, но и масло сливочное дорогое, и особенно дорогое молоко, вы сейчас это увидите. Ну, практически 400 рублей масло сливочное за пачку. Можно дешевле там какие-то найти, но несущественно там. Ну, 360, вот так. 350. Очень дорого. Ну, наш майонез 123 рубля. Яйца очень дорогие. Очень дорогие. Я хотел взять десяток яиц, потом передумал.
с колбасой непонятно, там за вес какой-то, за килограмм непонятно, но тоже дорого. И вот молоко. Вот сейчас подойду, стандартный пакет молока, 3,2, 1 литр, 195 рублей. Как вам такое? Ну, вывод могу сделать такой, что в Грузии все очень-очень недешево. Ну, и грузины тоже жалуются. Жилье мы снимали где-то $50 за ночь. Это были апартаменты. Это очень недорого считалось. Но жилье очень хорошее, в принципе. Это обычно двухкомнатная квартира была по такой цене. Но опять же, ну, какие-то деньги стоило. Вот хачапури по-аджарски. 590 рублей. Ну, обычно 18 лари, а хачапури по-эмеретински там 12-15 лари. Ну, хотелось по-аджарски один раз хотя бы взять. Долго ждали очень, очень долго. Это баклажаны с грецкими орехами. Сколько стоили, не помню. Ну, 12, по-моему. Остри 18 лари. Это остри. Мы всегда останавливаемся в ресторане Пасанаури. Это сразу после перевала, для того, чтобы пообедать. Здесь очень вкусно и недорого.